Всем привет, с вами снова я, Виталий, снимаю свой сюжет у себя на хозяйстве в Ленинском районе Пермского края. Сегодня мы с вами опять в Сережкином саду. Сегодня докосил траву, ну, местами не прокошено, там где стояли большие деревья, мы их спилили и перегородили дорогу грибникам. Так как в том году у нас очень много было грибников здесь, и все ездили по нашему саду, мы выложили вот такой вот барьерчик из скошенных деревьев. Вот. В нашем саду получается 102 дерева, но две яблоньки у нас погибло. Это еще которые были посажены 2 года назад, покупали с Мариной рощи. Но тем не менее, все равно саженцами доволен с Мариной рощи, так как из 83 деревьев только 2 дерево не прижилось. И то изначально они все прижились. Вот почему-то, не знаю, то ли может зимой замерзли, может еще что-то. Ну, у нас здесь еще зайцы бегают и нет-нет подгрызает их. В этом году мы все укрывали мешками, чтобы зайцы не съели. Ну вот, тем не менее, 2 дерева погибло. И в этом году мы досадили еще 19 деревьев. Сколько-то там груш, сколько-то слив разных сортов, сколько-то яблонь и, по-моему, 3 или 2 или 3. 3, наверное, 3 ирги. Ирга мне тоже очень нравится, как ягода с детства. Я ее уважаю, люблю. Вкусная ягодка. Ну, в дальнейшем сад будет расти. Будем радовать себя плодами. Вот такой вот у нас сад получился. С неприжившимися деревьями, 102 дерева. Это вот уже свежие деревья, которые в этом году посадили. Вроде ничего, отошли, прижились. Тоже свежие дерева. Ведь у нас здесь даже палки растут. Березовые, которым подвязываем. Вот такие вот у нас тут деревца. Это у нас слива, насколько я помню. Если мне память не изменяет. Да, вот ирга. Подсохла, она перебаливает, я думаю. Листики не совсем сухие. Вот еще и какие-то тут, ух, зеленые гусеницы. О, сволочи. Едят нашу иргу. Пакостники. Вот такая вот у нас ситуация на нашем участке. Ох, тут что-то вообще все посохло. Может, это идет? А ну посмотрим, может, это идет. Может и нет. Ну нет, досадим. Вот тут даже ирги, сколько-то ягодок есть. Это тоже свежее дерево. По-моему, яблоня. Свежая яблонька. Тоже яблоня, грушовка московская. Вот такой вот у нас сад. Ни много, ни мало. 102 дерева. Ну, 100, скажем так, потому что 2 дерева погибло. Сейчас вам их покажу. Вот это вот еще непонятно, то ли распустится, то ли не распустится. Это вот в этом году мы посадили. Ну, будем ждать, поливать и ждать листочков. Это тоже в этом году посадили. Это груши. Здесь вот так вот идут 3 груши, получается. Последняя яблонька. Здесь вот все яблоньки. И одна яблонька засохла. Не одна, а 2. Вот. Раз. И через одну по диагонали еще одна тоже засохла. Ничего страшного. Досадим новые. Потом посмотрим, что за сорт. Посмотрим, как другие деревья себя повели того же сорта.
Если нормально, то эти же деревья посадим. Если нет, тогда будем искать другую альтернативу. Ну что, таким образом стоят дела на нашем хозяйстве. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Пока-пока.